Войдите! Кто-нибудь! Граждане, поезд идет в парк. Просьба освободить вагоны. Встаньте, слышите? Сядьте, как вам не стыдно? Что смотришь? На такси надо было ехать. Держите его. Она стройненькая становится. Фигурка, ножки. Стоп, стоп, опять. Что мы забыли? Глаза. Вот именно глаза. А в них доброта, а в них глубина. Милые дурнушки, в каждой из вас спрятаны кто? Вот именно, красавица. Здравствуй. Здравствуй. Я с ними договорилась там, на перроне, 2 часа. Так что у нас куча времени. Мне бы успеть позвонить, деловой разговор. Девушка, девушка! А, минуточку! У нас, простите, маленький спор, ваше мнение. Что такое счастье? Что заказывать будем? 2 бифштекса, мороженое, кофе. А по-моему, все очень просто. Счастье – это быть любимой и любить самой. Того же самого. Того же самого любить-то, кто тебя любит. Ну да, разумеется. А как же иначе? Молодая еще. Вот он. Вот он. Ванечка, родник. Посмотри, каких я тебе детей-то вырастила. Тут твой сыночек Минечка, тут твоя Нюсенька. Скакал казак через долину, через машерские края. Скакал он, а всадник одинокий, блестит колечко на руке. Кольцо казачка подарила, когда казак пошел в поход. Она дарила, говорила, что через год буду твоей. Она дарила. Алло? А, здравствуй. Да нет, да так, замотался. Нет, не болею, все. Наташенька, ты меня прости, я что-то не понимаю. Я не могу. Наташка, ты хорошая девчонка, я, наверное, виноват перед тобой. Я не понимаю, ничего не понимаю, я не могу. Простишь, да? Спасибо. Спасибо тебе за эти слова. Положи ты первый. Счастливо. Ты мне нравишься.
Это что, текст упражнения? Ты просил напомнить, тебе надо было позвонить. Почему ты страшно, как начало мира. Еще ничего нет, ни времени, ни пространства. Все. Sure.